канале вышел финальный эпизод шоу «Голос». Зрители выбрали победителя проекта. Им в очередной раз стал участник команды Александра Градского. В решающем музыкальном бою схлестнулись Сели Малахеров, Тимофей Копылов, Янг и Владислав Пупнар. Зрители на этот раз были единогласны. С огромным отрывом победил подопечный Александра Градского. Малахеров – обладатель запоминающегося голоса, который оценили все участники проекта. «Вашему баритону можно только позавидовать», – отметил Леонид Агутин. Сам же Селям говорит, что постоянно бросает себе вызов, но при этом не отрицает, что ему очень сильно повезло с наставником. Молодой человек называет Градского мастером и говорит, что тот переживал за каждого участника. «Благодаря шоу я очень сильно вырос внутренне. За моей спиной тысячи выступлений на различных площадках, но после такого опыта можно даже сказать, вот теперь я стал настоящим артистом», – отметил победитель. Селиму вручили статуэтку и множество других призов, в том числе 1 миллион рублей и автомобиль. А вот Градского снова заподозрили в нечестной игре. Многие считают, что музыкант разработал собственный хитрый план, который и приводит к победе его подопечных. «Здесь нет проигравших. Мы все жили внутри музыки», – сказал невозмутимый Александр Градский. Между тем, проигравшая все же есть. Так, второе место досталось Тимофею Копылову, наставником которого был Леонид Агутин. Третьей стала Янге под руководством Димы Билана. Подопечный Пелагеи Владислав Бубнар оказался на последнем месте.